Программа «В теме». Журналисты «Радиус ФМ» о людях, событиях и фактах. О людях, событиях и фактах. Черный водяной тигр, управитель 2022 года, займет свой трон с февраля. Итак, давайте разберемся, как обустроить наш дом в 2022 году, согласно учению фэн-шуй, чтобы он всегда радовал и был полной чашей. Друзья, это проект «В теме», с вами Елена Орлова. Итак, в программе мы говорим, куда и когда ставить новогоднюю елку, кому повезет в год водяного тигра и какие цвета удачи на 2022. Помогать с темой нам сегодня будет разбираться эксперт китайской метафизики Алена Меркуль. Добрый день, Алена. Здравствуйте, Ольга. Напоминаю, я Елена, но это ничего страшного. Задавайте свои вопросы гостю, присылая нам в группе ток-шоу ВКонтакте. Не забывайте также про Телеграм, собака Радиус ФМ. И смотрите онлайн-трансляцию на нашем YouTube-канале. Все подробности на сайте radiusfm.by. Итак, приближается 2022, да, и уже у многих стоит новогодняя елка. Некоторые еще не расстарались и откладывают это уже, что называется, на последний момент, скажем так, уже, чтобы со всем комфортом, да, с уборкой генеральной и так далее. Где покупать? Какую можно ставить? Искусственную, либо же натуральную обязательно? Можно ли ограничиться ветками и так далее? Где покупать, какую ставить, это уже на усмотрение самих людей. Разницы нет, живая ли елка, либо искусственная? С точки зрения фэн-шуй нет. Угу. С других точек зрения есть. С точки зрения фэн-шуй важно, где ее поставить. В декабре до 5 января, потому что 5 января только будут энергии января, лучше всего ставить елку на западе и на юге квартиры. Потому что именно в этих двух секторах хорошие энергии для активации. Дело в том, что у нас мало кто ставит елку просто с игрушками без огоньков. Когда она просто без огоньков, она, ну, просто предмет интерьера, все. Когда же там огоньки, гирлянды, они выступают активатором. Плюс, смотрите, елку же мы ставим только один раз в год, то есть это тоже достаточно сильный активатор. Но почему 1 мая демонстрация, а все вы говорите, выбросьте елку, можно оставить и до мая месяца? Ну да, есть те, кто по полгода держит. Поэтому, смотрите, установкой елки можно еще подактивировать себе удачу. Поэтому надо найти южный или западный сектор в своей квартире и поставить елку, зажечь там огонечки в хорошие дни, в хорошее время. Когда хорошие дни? В декабре. Вот сегодня у нас уже 23-е. Дело в том, что я с собой писульку-то не взяла, но у меня в Инстаграме есть пост, там прям все дни, время и более подробно о том, как еще искать вот эти сектора. Хорошо, если у нас нету такого прекрасного инструмента рабочего, как у вас, да, компаса, как нам поступить? Вот покажите свою красоту, а нам чем? Дома-то... У меня красота рабочая, я просто, да, с ней работаю, я говорю, все время. А нам чем? У нас нет такого. А вы заходите в любой крупный магазин, покупаете обычный компас, главное, чтобы жидкостной был и достаточно точный. Делаете измерения, просто не буду тут грузить, потому что надо делать измерения не в самой квартире, а от подъездной двери для многоквартирных домов и от главной двери в дом, если это частный дом. Если эта тема интересна, у меня тоже есть информация в сохраненных сторис, так и называется, измерения. Я прям там видео рассказываю, как сделать. То есть все справятся с этим заданием? Я думаю, да. Так, хорошо. Итак, разобрались, что можно искусственную, можно живую. Разобрались сектор. Итак, какой год наступает? Черного, голубого или голубого водяного тигра? Год наступает водного тигра. Так. Почему все говорят черный или голубой? Потому что это цвета воды. Можно называть и так, и так. Но здесь самая главная суть – это то, что приходит элемент воды. Поэтому, наверное, правильнее говорить «водный тигр». Водный тигр все-таки. Да. Хорошо. Отсюда вопрос. Как встречать год водного тигра? Потому что мы понимаем, что некоторые говорят, как встретишь, так и проведешь, но мы же понимаем, что есть, наверное, какая-то символика в этом всем, и что-то, наверное, там более глубоко надо копать. Смотрите, дело в том, что я со своего детства еще помню, когда я не была знакома с метафизикой, с фэн-шуй и так далее, что писали очень много в статьях, там, что надо одеть, что приготовить, там, какие-то, да, там, штучки поделать, и главное, с 31 декабря на 1 января. Но никто же не учитывает, что год тигра наступает по китайскому солнечному календарю. Это когда? Это 4 февраля. Только 4 февраля. И с 31 декабря на 1 января
это будет еще год металлического быка, в котором мы сейчас живем. Итак, у нас получается, что мы должны пережить простой Новый год, старый Новый год, а еще вы говорите, год тигра по китайскому календарю наступает только 4 февраля. Я еще... Белорусы, держитесь. Больше... Что я вам могу сказать? Да, еще три Нового года впереди, поэтому... Четыре. Ах, четыре. Потому что есть китайский лунный Новый год и китайский солнечный Новый год. Вообще прекрасно. Знаете, создатели одноименной картины, да, есть российского производства, там, где говорят, эти русские страны, у них мало того, что простой Новый год, так еще и старый Новый год. А у нас четыре тогда получается. Ладно. Да. Что касается самых удачных секторов, я имею в виду сейчас по жилье, по жилью, да, и по квартире в 2022-м. На что обратить внимание? Вот в прошлой нашей программе вы рассказывали, что очень важна прихожая, да, то есть вот что не должно быть обуви на входе в вашу квартиру, потоки и так далее. Хорошо, прибрались, я надеюсь, за год, да, научились. Что в этом году, куда делаем аспект акцента? Слушайте, меня поражает ваша память о том, что вы помните, что было год назад, о чем говорили. Смотрите, в 2022 году будет два очень классных сектора. Это южный, с точки зрения денег, прихода, возможностей, заработка, и северо-восточный. Очень круто, опять-таки, только измерения надо делать не в центре квартиры, не телефоном. Телефон нам показывает направление по спутникам, а нам надо магнитным компасом, нам надо магнитное склонение от входной двери в подъезд или в дом. Так вот, два самых хороших сектора – это будет южный и северо-восточный. И очень здорово, если окажется, что у вас дверь находится в этих секторах, ваша кровать там стоит, ваш рабочий стол, то есть, как, или там, не знаю, перекресток с этого направления идет, потому что именно эти сектора в 2022 году будут самые дающие, самые процветающие. Поэтому очень здорово, если там будут люди находиться. Юго-западный сектор в следующем году будет связан с болезнями. Учитывая, в какой период мы сейчас живем, насколько мы ценим здоровье, заботимся. Да, мы все ждали бы, что пандемия закончится в 2020, потом в 2021. Теперь мы видим, уже даже и 2021 подходит, да, к финалу. А пандемия все с нами, к сожалению, глубокому. Да, я хотела сказать, что обратите внимание те, у кого или юго-западная комната, или кровать на юго-западе стоит, или юго-западная дверь. Там в 2022 году будет энергия, которая способствует затяжным хроническим заболеваниям, которые вытягивают силы в такую апатию, ну, в депрессивное такое состояние людей вгоняют. Поэтому, если вы себя такое видите, вот точно надо заниматься здоровьем, ну, или избегать вот этих вот мест. Угу. Раз уже заговорили про пандемию, про ковид, давайте тогда скажите, что видите вы по своим инструментам рабочим, что будет, как обстоит вопрос с коронавирусом? Смотрите, 2020 и 2021 год – это были года металлической крысы и металлического быка. Металл, смотрите, два металла шло. Сейчас идет водный тигр, вода приходит. Металл связан с органами дыхания. Нос, горло, легкие, бронхи, гортань, то есть вот все, чем мы дышим. Соответственно, в эти года повышается нагрузка, болезни и так далее. Все, что связано с дыхательной нашей системой. Сейчас, ура, год приходит водного тигра. Металла нету. Это говорит о том, что постепенно актуальность будет падать. Но уже, слава богу, и привиты-то многие, мне кажется, нет? Понятия имею. Но на арену будут выходить другие органы по здоровью. Ну, все правильно. Коронавирус уже не прошел бесследно. Все правильно. Если он не ударил, что называется, кому-то по легким, то обязательно доберется до какого-то другого органа. Не хочу, что называется, как говорят, накаркать, но тем не менее. Поэтому, друзья, наверное, будьте осторожны, да, и поберегите здоровье, и лишний раз еще пройдите какой-нибудь полный техосмотр своего физического состояния, да, в преддверии года тигра. Обязательно. Итак, рассказали и про коронавирус. Теперь давайте, наверное, про путешествия. Опять-таки, закрытые границы, пандемия, два года, что называется, все планы у людей, все полностью перечеркнула, да, кто мечтал побывать, я образно говорю, там, посмотреть на красоты каких-нибудь, либо пейзажи, да, прекрасных стран. Что в 2022-м ожидает? Ну, во-первых, я уже сказала, что приходит водный тигр, вода. Вода связана сама по себе с передвижением, с перемещением, потому что вода не находится в спокойном состоянии, двигается. Плюс вода символизирует свободу. Соответственно, есть у нас все предпосылки надеяться, рассчитывать на то, что будет больше передвижения, будет больше свободы, будут открываться постепенно еще границы. Не факт, что, конечно же, сразу, но в любом случае это...
больше свободы, чем в предыдущие 2 года. Плюс приход тигр. В китайской метафизике есть такое понятие, как животные, как это правильно так сказать, группа животных, путешествующие лошади. Это такие животные, которые способствуют передвижениям. Вот тигр к ним относится. И обычно в года, которые связаны с путешествующей лошадью, что-то, какое-то развитие идет в сфере туризма, доставок, перевозок, транспорта, там, этого водного транспорта и всего. Соответственно, а то смотрите, прям два. И тигр, и вода, все способствует передвижениям, перемещениям, поэтому есть полное основание для того, чтобы ожидать, что постепенно свобод движения, путешествий у нас будет становиться больше. Хорошо, но когда планировать тогда? Отсюда резонный вопрос. Когда это надо, смотрите, например, когда уезжать в отпуск, оставлять свой дом и на какой-то период это планировать, я обычно это смотрю, исходя из гороскопа конкретного человека, когда у него, например, месяц очень хороший для заработка, зачем уезжать в отпуск, такие возможности упускать. Или по дому, например, я вижу, что в конкретном месяце там на входную дверь приходит не самая лучшая энергия, я говорю, слушай, ну в такой месяц лучше поехать в отпуск. А вот куда ехать в отпуск? Здесь есть общие рекомендации в этом году. Давайте. Смотрите, вот, например, в уходящем году, который все еще длится в январе, очень нехорошая идея была путешествовать на юго-восток от места жительства. А в 22-м, который с 4 февраля начинается, нехорошая идея путешествовать или переезжать, или покупать недвижимость в районах, или там городах, или областях, где есть слово «центральный». Например, там «центральная Европа», «центральная Америка», «центральная Африка». Mm-hmm. Или, например, переезжать в центральный район города, жить на улице центральной. Все-таки я всегда знала, что надо жить не в центре, да, там, что называется, большие выхлопные газы и людей много, а надо всегда поближе к окраинам, да, столице. Это касается только 22-го года. Только, ну, на 22-й тогда оставайтесь, что называется, там, где живете, да, и в центр не стремитесь. Хорошо. Дорогие друзья, нам начинают уже поступать вопросы. Кстати, напоминаю, что задавать вопросы либо высказывать свое мнение можно при помощи нашего телеграм-канала. Можете писать в поисковике «Слит» на без пробелов «Радиус ФМ», либо просто нажимайте на символ «Телеграм» на сайте «Радиус ФМ БИВАЙ». В соцсети ВКонтакте ищите группу проекта в теме, оставляйте комментарии под анонсом этой передачи и смотрите прямую видеотрансляцию на нашем YouTube-канале. Ссылки ищите также на сайте «Радиус ФМ БИВАЙ». Итак, Алена, уже поступают вопросы. Вы рассказали про деньги, вы рассказали про путешествия, но ни слова о любви. Интересует нашу публику, наших радио. Слушатели, Алена, что с любовью будет, что с личной жизнью? Давайте так агулом, как вот вы про путешествия сказали. Смотрите, то, что касается личной жизни, я, к сожалению, агулом не скажу, потому что это надо смотреть, что у людей в дне их рождения. Я, например, могу сказать, что те, кто родились в месяц август и в месяц ноябрь, их могут ожидать изменения в работе. Потому что это эти месяца, там находятся специальные зверьки, которые взаимодействуют с тигром и показывают, что там какие-то изменения могут быть в работе. Смена работы, новое какое-то направление, реорганизация. Руководство тоже может поменяться, да, в конце да, концов? Да, реорганизация, руководство и так далее. Или же, если это будет не работа, это может быть изменение в жизненных приоритетах, мыслях, принципах и так далее. Вот. А чтобы такое сказать... у кого будут изменения в личной жизни, если не сложно и не лень, надо забить в интернете калькулятор Бадзи, туда вбить свою дату рождения и посмотреть, это все легко делается очень, и посмотреть у себя день. Если в дне рождения стоит обезьяна, или стоит свинья, или стоит лошадь, или стоит тигр, или стоит бык, вот тогда, если, например, это свободные молодые люди или девушки, вот тогда им надо прикладывать усилия на то, чтобы заниматься личной жизнью, потому что их время пришло. Если там нету вот этих зверьков, это говорит о том, что достаточно спокойно здесь будет. А если, например, люди в паре, и у них приходят, и у них там находятся вот эти вот зверьки, которые я перечислила, то нужно... позаботиться о том, чтобы это проиграть по другому сценарию. То есть, как правило же, разводиться... Нет, кто хочет разводиться, не проблема, ничего не делайте. Свое решение воплощаете в жизнь. А кто не хочет разводиться, хорошо бы запланировать какой-нибудь переезд, там, не знаю, ремонт, в командировку кому-нибудь съездить, то есть как-то разделиться расстоянием.
То есть агулом про всех не получится. Не получится. Дорогие друзья, нам пришло время сделать короткий перерыв. Напоминаю, что сегодня у нас в студии эксперт китайской метафизики Алена Меркуль. А свои вопросы вы можете задавать при помощи нашей группы ток-шоу ВКонтакте. А также не забывайте про Telegram собака Радиус FM и смотрите онлайн-трансляцию на нашем YouTube-канале. Все подробности на сайте Радиус FM BY. Ты слушаешь программу «В теме». Журналисты Радиус FM о людях, событиях и фактах. Известная китайская пословица гласит: «В счастливом доме живут счастливые люди», с ней трудно не согласиться, и, возможно, стоит прислушаться к мудрецам древности. Ведь всего лишь нужно понять, какой сектор вашего дома или квартиры находится под тем или иным явлением. Итак, сегодня у нас в студии эксперт китайской метафизики Алена Меркель. Во всяком случае, в первой части программы она нам обещала, что в 2022-м, кстати, можно затевать ремонты, либо не особенно? Смотря у кого. Опять-таки. Да, конечно. Смотрите, это зависит. Ремонт можно делать в зависимости от измерений в тылу квартиры или дома. Например, тем, у кого в 22-м году тыл выходит на север и половинку северо-востока, северо-запада, прилегающему к этому северу, им лучше во всем доме, во всей квартире ремонт не делать, иначе будут денежные потери, связанные с проблемами в доме. Например, там проводка коротит, затопила, котел не работает, там двери замыкает. Ну, короче, какие-то вопросы. Хорошо, а отсюда слушатели наши думают, ну, тоже вот они дают. А если вдруг вот что-то вот экстренное вот ломается, так устранять поломки, либо тоже сидеть и расслабляться и наблюдать, как они говорят, да, медитируйте, да, и все. Смотрите, но если у вас окно разбилось, естественно, вы будете... Либо дверь сломалась. Понятное дело, что надо чинить. Нет, ну, двери, смотрите, это ладно. Смотрите, как, что, вот, действительно, я не сказала, что я подразумеваю под ремонтом. Это нарушение целостности стен. То есть, когда мы в стене сверлим дырку, или когда стену ломаем, или стучим молотком, и идет вибрация. Просто переклеить обои, не прибивая плинтуса, это не ремонт. Ремонт – это когда идет движение в стенах, вибрация. А дверь, смотрите... А полы и потолок тогда? Посмотря что делать. Смотрите, если делать навесной потолок, то стены же сверлят вот так вот по периметру. Полы... Тоже сверлят? Если, ну, я просто не сильно... Вот плинтуса я точно знаю, что сверлят, да. Поэтому если дом выходит тылом вот на те сектора, что я сказала, такие вещи лучше не делать. Вы просто потратите гораздо больше денег на ремонт, что-то нечаянно заденут ваши строители, потянет за собой еще. Отсюда вопросы уже нам тоже приходят при помощи наших мессенджеров. Вы говорите про квартиру, а что скажете про загородный дом и дачу, Алена? Я же то же самое говорю. Все то же самое? Все то же самое, просто с загородным домом, дачей проще. Вы пошли, сделали измерение у себя на входной двери главной, и все, посмотрели, какие сектора. С квартирами мы просто делаем измерения от подъездных дверей. Чтобы, я понимаю, что я сейчас вам в формате не могу рассказать, да, но у меня в Инстаграме есть очень много по этому поводу информации. Я там представлена как Алена Меркуль. Если кому-то интересно... Вот. Информацию можно найти. Да. Перед Новым годом многие делают генеральную уборку, да, в бумагах, в документах, в компьютере, в телефоне, делают. В шкафу, в квартире. Это как-то вообще влияет в положительную сторону для Нового года, либо нет? Для самого Нового года, наверное, нет, но для Нового года в жизни каждого человека – да. Потому что, смотрите, мы же обычно как белка в колесе, бежим, нам некогда, у нас начинают расти горы там, чего-то ненужного. И смотрите, это же наш дом – это продолжение нашего тела, собственно, наше поле как минимум. Поэтому, когда мы едем в отпуск, мы разгружаем голову, так? Так. И, соответственно, нам надо так и со своим пространством поступать. То есть посмотреть, что уже отжило, что уже мы с собой не ассоциируем, что уже старое нам не нужно, и все это безжалостно убирать из дома, потому что а куда новое будет входить? И я вот вчера мы, кстати, делали такое в нашей семье. По совету одной моей очень хорошей и уважаемой знакомой, которая очень интересную информацию мне рассказала, что вещи ненужные, либо старые, лучше не выбрасывать, не отдавать, а лучше сжигать. Потому что, когда мы их покупаем, мы тратим деньги. Деньги, которые мы тратим на эти покупки, мы зарабатываем, тратя наше здоровье, ресурс, время, которое можем потратить, собственно, и на другие вещи. И когда мы просто, например, выбрасываем, ну, там кто-то себе заберет, ну, не только бомжи, кто-то еще может забрать. Или, например, отдаем, мы растрачиваем себя. Когда же мы сжигаем, мы через энергию огня забираем свое здоровье, свое время, свой ресурс. И это касается тех, кто
Реально, например, много работает, при этом благотворительности в его жизни выше крыши, очень много. И чтобы не раздать себя всем вокруг, чтобы как-то и себе оставалось, на здоровье, на семью, на своих деток, на мужа, то вещи лучше сжигать. Я не говорю, что я, например, там против благотворительности, это, естественно, должно присутствовать, но есть реально люди, которые просто как та свеча, обогревая всех, сгорают. Итак, идем дальше. В чем еще может помочь фэншуй? Фэншуй может помочь в очень многих сферах, потому что наш дом либо нам помогает продвигаться в сферах здоровья, отношений, учебы, зарабатывания денег, либо ставит палки в колеса, потому что есть три вида удачи, да, это не, человеческая удача, это усилия самого человека, его знания, его дела и так далее. Никто не снимает это, не снимает важности с этого аспекта, потому что лежа на диване, даже с хорошей датой рождения и с хорошим фэншуй, ничего не будет. Не приплывет? К сожалению. А я думала, так, знаете, лежишь на берегу, да, и тебе тут вот по реке вот узелок, ты раскрываешь, а там что-то такое очень ценное, что можно продать и потом безбедно всю оставшуюся жизнь. Только созерцать. Да, и смотрите, есть еще небесная удача. Это то, в какой день родился человек. То есть это уже данность. Мы это не поменяем, но мы это можем смотреть и смотреть тенденции там на каждый год свой потенциал. А когда самые удачливые вообще рождаются люди? Когда? Mm-hmm. Вы имеете в виду, в какие года, месяца, дни? Да, да. Есть какая-то статистика? Разные есть очень комбинации. По количеству составу. Да, потому что, смотрите, так, чтобы повторилась одна и та же карта, это может быть раз 500-800 лет. То есть каждая дата, она уникальна по своему составу. Мы уже про это не узнаем. Поэтому тоже нам не очень подходит. Да, так я хотела вот про фэншуй сказать, что фэншуй — это земная удача, поддержка пространством нас. Если, например, с небесной удачей не очень хорошо, то есть, ну, не сильно удачливая жизнь, человеческие усилия мы прикладываем, стараемся, так фэншуй нам может как дать минус, то есть постоянно проблемы не в том месте, не в то время, удача мимо нас, так и наоборот помочь и приумножить наши усилия. Например, мы очень много всего делаем, и, наконец-то, удача включается. Мы попадаем в струю, и вот за это как раз-таки отвечает фэншуй. Он все за нас не сделает, но может скорректировать. Или поделить, или умножить. Кто больше интересуется фэншуй, мужчины либо женщины? Знаете, когда я начинала еще с 2005 года, у меня в основном были все женщины. У меня там было буквально пару мужчин-клиентов. Но в последние годы как-то меняется тенденция, и ко мне все больше и больше приходят мужчин-бизнесменов, которые просят у меня консультацию для своего бизнеса, выбор дат, свои там гороскопы, прогнозы и так далее. То есть мужчины очень подключаются как-то в последнее время. Алена, к сожалению, вы можете говорить про фэншуй, я так понимаю, что бесконечно, да? Вообще, да. Время эфира у нас ограничено. Уже? Поэтому, уже, да. Пригласим вас еще, обещаю. Поэтому, спасибо. Ну, уже, наверное, в 2022-м. Прогноз на год водяного тигра, пожалуйста, от Алены Меркуль. Ну, основные тенденции, я сказала, хорошие сектора, куда путешествовать, какие тенденции будут. По здоровью не сказала, не успела. По здоровью надо обязательно тем, у кого особенно это уже больная тема, смотреть на почки, мочеполовую систему и посмотреть, что с желчным и с печенью, потому что эти темы будут выходить на первое место. Еще, знаете, что не сказала? Что тема скорости и конкуренции будут выходить на первое место. Если в год быка было больше качества и как бы работа такая вглубь, совершенствовать то, что есть, то тигр — это же путешествующая лошадь, это же вот скорость, это лететь, лететь, лететь. И преуспеют в годы тигра те, кто будут не перфекционизмом заниматься, улучшать там до конца что-то, а те, кто придумал будут терять и время. Сделал. Да, иначе сделает кто-то другой. Вот. И хочу пожелать вашим слушателям в новом году, в первую очередь, стандартно, это здоровье. Хочу пожелать исполнения всех желаний своих, личных, которые действительно принадлежат людям, найти свое счастье в отношениях тем, кто этого ждет, свое счастье через рождение ребенка, кто этого тоже ждет. Кстати, вот быстренько тоже скажу, те, кто родился в часы
с 3 до 5 утра, с 21 до 23 часов, с часу до 3 ночи у них и с 11 до 13 утра у них больше шансов в 22 году зачать ребенка. Это информация для тех, у кого, например, с этим какой-то затык небольшой есть. В общем, всем здоровья, счастья, денежного процветания и удачи оказываться в нужном месте в нужное время. Что ж, запись этой программы будет доступна для просмотра и прослушивания на нашем сайте radiosfm.by. Чтобы первыми узнавать о том, кто еще придет на гости, задавать вопросы нашим гостям, подписывайтесь на группу проектов «Семьи» в соцсети ВКонтакте. А сегодня программу для вас подготовила и провела Елена Орлова. В гостях у нас была эксперт китайской метафизики Алена Меркуль. И мы ее пригласим уже еще один раз в гости в декабре 2022. Если у кого-то что-то, дорогие слушатели, не случится, вот задавайте вопросы напрямую, что называется, при помощи наших мессенджеров. Всем спасибо за внимание и пока. Слушай Радиус ФМ и будь в теме. Каждый будний день в 2 часа дня. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by.